Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о том, почему Ольга Бузова считает себя виноватой в разводе. Бузова оказалась в центре внимания после новости о расставании с супругом Димой Тарасовым. Ходят слухи, что она пережила предательство любимого человека, ради которого была готова совершать любые подвиги. Бузова считает, что не стоит копаться в прошлом. Но, тем не менее, она не думала, что станет заложницей своей популярности. Бузова сказала журналистам: «Я могла представить все, что угодно, но только не то, что со мной произошло. Я стараюсь жить заново, но для того, чтобы полностью перезагрузиться, нужно осознать, пережить и изжить эту ситуацию. Переоценка ценностей у меня уже случилась, появились новые цели. Наверное, я сама во всем виновата, выставляла свою личную жизнь на показ. Когда в семье Бузовой наступили трудные времена, она хотела спрятаться ото всех. И именно тогда Ольга поняла, что не стоило кричать о своем счастье. Я стала менее открытым человеком. Все, что со мной произошло, это опыт. И я буду дурой, если не извлеку урок и повторю те же ошибки в будущем». Бузова старается не говорить о том, что стало причиной разлада в отношениях с Димой. Друзья и знакомые пары говорят, что Тарасов сильно хотел детей, а Бузова отказывалась, она очень хотела работать. Сама Ольга не раз говорила, что супруг ее предал. Она сказала журналистам: «Настоящая любовь и заключается в том, что ты готов принимать человека со всеми его проблемами, с его болью, ошибками, неудачами. И когда люди, за которых ты был готов идти на амбразуру, любил, был предан, уходят, не сказав ни слова, это нож в спину». Бузова не собирается сдаваться. У нее много новых идей, она пробует себя в новых амплуа. Бузова сказала, что развод не изменит ее характера. «Я останусь верна себе и своим принципам. И я ни в коем случае не хочу превратиться в злого, черствого и закомплексованного человека. Хотя у меня появилось много внутренних проблем, с которыми, я надеюсь, мне удастся справиться самостоятельно». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.